Спасибо, Елена. Апелляционная инстанция областного суда закончила рассматривать дело двоих охранников, которые напали на посетителей ресторана. Инцидент произошел в 2012 году. Семья праздновала юбилей. Счет вышел на 31 тысячу. Расплатиться не хватило всего 200 рублей. Тогда посетители предложили съездить домой и привезти недостающую сумму. Но администратор вызвал охрану. Секьюрити выстрелили в мужчину из газового пистолета прямо в глаз. Травму также получила и жена юбиляра. У меня перелом носа, гематома большая очень была. Мне пришлось ходить на работу, светить этим глазом. Суд первой инстанции оправдал охранников. Их действия были расценены как самооборона. Но прокуратура обжаловала это решение. Тогда одного из секьюрити, Николая Целышева, признали виновным в превышении полномочий и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и освободили от наказания в связи с истечением срока давности дела. Второго участника конфликта, Кирилла Булучева, осудили на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Адвокаты подсудимых обжаловали решение в областном суде. Целышеву приговор оставили без изменений, а Булучеву сократили срок заключения на 2 месяца.